Хотите попробовать интересный и совершенно несложный вариант легкого и насыщенного супчика? Тогда приглашаю вас на кухню, чтобы окунуться в финскую кухню и воспроизвести рецепт в домашних условиях. Хотелось бы поделиться с вами классной идеей, как приготовить финский суп с лососем и сливками. Сытность этому блюду придает картофель, но при этом он остается довольно легким и очень насыщенным. Минимальный набор ингредиентов и простой процесс сделают супчик доступным даже для относительных новичков на кухне. Попробуйте, это блюдо того стоит. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. В кастрюле растопите сливочное масло, очистите и измельчите кубиками лук, выложите в масло и обжарьте на среднем огне пару минут, помешивая. 2. Добавьте очищенный и нарезанный картофель. 3. Влейте воду так, чтобы она покрыла картофель. Количество зависит от размера вашей кастрюли, оставьте на среднем огне. 4. Когда картофель станет мягким, влейте бульон, добавьте нарезанную средними кубиками рыбу. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Доведите до кипения, добавьте лавровый лист и варите еще минут 10-12. 6. В конце влейте сливки. 7. Добавьте соль, перец, специи по вкусу, через пару минут снимите супчик с огня, перед подачей дайте ему немного настояться, по желанию можно добавить еще щепотку свежей зелени. 8. Вот такая красота, настоящая изюминка финской кухни, приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Продукты и их количество. Далее. Сливочное масло, 1 чайная ложка. Луковица, 1 штука. Картофель, 6 штук. Лосось, 500 грамм. Филе. Бульон, 1 литр. Вода. Лавровый лист, 2-5 штук. Сливки, 250 миллилитров. Соль, перец, специи, по вкусу. Количество порций, 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачного дня!